такое с вами, что вы задаете вопросы. Мы гуляли в этом лесу. Я увидела красивый ствол. Спросила, что за дерево? Черешня, сказал муж. Как она сюда попала? В этом лесу еще есть черешня. Вопрос висел в воздухе пару лет. Недавно я сфотографировала это дерево, его кору. И снова думаю, кто сажал здесь черешню? Задала вопрос вслух. И позже сама поняла, что птицы прилетали в лес. Перед этим где-то в саду съели черешню. Здесь у них была передышка. И так косточка попала в землю и проросла. А как часто вы задаете себе вопросы? От кого вы получаете ответы? Кто чаще всего вам отвечает? Получаете ли вы ответы на свои вопросы? Вот сколько вопросов помогло задать мне это дерево. Я решила его отметить. Вот так.